Это сложное комплексное понятие, содержащее множество аспектов. В одном из видео я уже говорил о душе как о принципе единства живого тела. Сейчас мы рассмотрим душу как принцип самодвижения. Понятие души сопряжено со множеством мистических и религиозных представлений, которые раздражают людей, привыкших смотреть на мир через призму науки. Однако тупые сайентисты. Традиционное понимание души имеет под собой совершенно простую логическую основу, которая была вскрыта античными философами. О, да. А типа у атеистов логики, наверное, нет, да? То есть с точки зрения логики душа-то есть, а вот все позиции, которые говорят о том, что души нет, они, видимо, нелогичны, да, автоматически. Угу. Если говорить максимально общо, душа – это не что иное, как причина движения тела. Если чуть более конкретно, душа – это причина самодвижности живого тела. Вообще говоря, душа – это... Ну, в принципе, с помощью, так скажем, некоторых представлений науки, да, то есть, если мы к науке апеллируем, здесь наука уже упоминалась. В принципе, тело не нуждается, в кавычках, в самодвижении, ни в какой причине самодвижения. Тело двигается преимущественно потому, что, соответственно, вот был давным-давно запущен процесс, и этот процесс продолжается дальше, он идет, и так далее, так далее, так далее. И тело взаимодействует со средой, в том числе постоянно. Среда состоит из огромного количества организмов, они друг с другом взаимодействуют, и пока все вот на естественных принципах здесь вот оно вот так вот рассматривается. Это синоним жизни. Не случайно живые предметы называются одушевленными, а не живые неодушевленными. При этом в христианской традиции, судя по всему, у животных души-то нет, если я не ошибаюсь. А если есть, какого хера тогда христиане едят животных? Вот. Поэтому отрицать существование души – это то же самое, что отрицать существование жизни. Стало быть, нам нужно понять, чем отличается живое от неживого. Понять, в чем заключается сущность жизни. Для этого не нужны какие-то сложные научные исследования, достаточно простого житейского опыта и логики. Отличие живого от... Короче, нахуй ученых, поняли, приняли. От неживого... Да, давай, давай наш опыт, короче, опыт сюда. Гони житейский опыт. Житейский опыт плюс логика. Там даже мем был смешной. Логика и житейский опыт, и все. Проявляется совершенно наглядно. У всех движущихся или изменяющихся вещей есть причина их движения. Ну, все предметы изменяются и движутся. Не, или изменения. Ну, буквально все предметы изменяются и движутся. Даже камень, который стоит вроде бы на месте, он внутри себя движется. Там какая-нибудь атомарная структура у него постепенно меняется, еще что-нибудь происходит. Неживые предметы... Вокруг, соответственно, ядра там вращается электрон, допустим. Постоянно движется, все что угодно. Движутся под действием внешней причины. Например, бильярдный шар движется в результате удара ки... Не-не-не-не-не. Бильярдный шар стоит, да, ну, движется даже в процессе своего просто вот стояния. То есть внутри у него происходит постоянное движение. Неожиданно, да? Может быть неожиданно, но оно типа так. Как мы представим, что ученые правы, и вот. Или другого шара. Вода течет вниз под действием силы тяжести. Живой организм содержит причину своего движения в самом себе. Внешние условия могут изменять направленность его движения и характер его изменений, но они не являются конечной причиной активности живого существа. Движение живого существа несводимо к физическим или химическим процессам, потому что живое всегда обладает некоторым избытком, благодаря которому оно может целесообразно изменять физические процессы, подстраивая их под себя. Итак, личинник, простите, да. Сущность жизни в самодвижности. Теперь от эмпирических наблюдений обратимся к мышлению и выведем понятие души чисто логически. Давай. Философия темы отличается от других наук, что вскрывает лежащие в основании всех вещей их логический, то есть чисто смысловой, фундамент. То есть логический, то есть чисто пиздоболический получается, да, их фундамент скрывает. Окей, поехали. Если бы, да, было бы забавно, если бы он реально логикой пользовался. Было бы забавно, если бы он аргументировал хотя бы, если бы он действительно вот нам сейчас бы показывал строгую структуру логического аргумента, но этого же не будет. Мы же все знаем, что этого не будет.
Мы же все знаем, что автор данного канала, он не использует логику нормальную для рассуждений. Диалектическую, да, нормальную логику здорового человека не использует, соответственно. Ну, в смысле, формальную логику не использует. Итак, если есть то, что движется, значит, у него есть причина движения. Схуяли. Если есть то, что движется, значит, у него есть причина движения. С чего мы это взяли вообще? Стоп. Тут нету логической связки, уважаемые. Вы сразу обосрались, соответственно. То есть нет. Надо сразу посылку заявить, да? Все, что движется, у того есть причина движения. Это предпосылка наша, соответственно, будет. Да, вот этот предмет движется. Вывод, следовательно, у него есть причина движения. Вот как-то вот так по логике было бы. Так вот, он нам как бы просто берет, выдвигает посылку вместо, соответственно, логики. А вот он берет. Стало быть. Движущийся предмет мы разделяем на движущее и движимое. Схуяли. Мы разделяем движущийся предмет на движущееся и движимое. Чё, блять? Понятие движения мы будем использовать максимально широко, подразумевая под ним вообще любое изменение. Ну просто по приколу, короче, просто по приколу разделяем, ребят. Просто по приколу берем и разделяем, серьезно. То есть, вместо того, чтобы выдвинуть нормальную посылку, все это мог бы логически, на самом деле, попробовать завернуть. Хотя непонятно, зачем разделять движущееся и движимое. Один и тот же предмет на движущееся и движимое одновременно разделить непонятно почему. Потому что он же сам сказал, что у движения есть причина. То есть, у движущегося предмета есть какая-то внешняя, чаще всего, причина, которая, собственно, ну, его продвигает вперед, не? Не. Причина. Не, просто это разделение он с нифига просто выдвинул. Он как бы говорит, сейчас будем логикой доказывать. Да, логикой будем доказывать. Во-первых, ни одной посылки я не видел, модуса понанса я не видел. Никакого модуса я вообще пока не вижу, собственно, да. То есть, ладно, модус понанс, он просто известный, хороший, классный. А тут вообще никакого модуса нет. То есть, он вообще, в принципе, его посылки, он не рассуждает посылочно, да, вообще не рассуждает логически, в принципе, здесь. И вдруг... Движущееся, движимое. Почему? Да просто так. На движение сама или движется, или нет. Если движется, значит у нее тоже. Не, ну нам же просто Семен заявили, логика будет. Но мы сразу с ожиданием, мы ждем логику сразу. Я как бы не любитель, да, скажем, вот этих логических методов познания, особенно чисто логических методов познания. Мне кажется, все-таки у логики есть огромное количество ограничений, особенно в познавательной сфере. Да. Но когда человек заявляет, сейчас будет логика, мы ждем логику, наверное. Уже есть причина движения. Если причина движения сама движется от другой причины, тогда возможны два варианта. Или мы уходим в бесконечность предыдущих причин, то есть цепочка причин бесконечна. Или мы доходим до причины, которая уже не движется. Такая причина называется первопричиной. А вдруг эта причина является просто самодвижущейся, например? Почему она должна быть недвижимой? Почему она не может быть самодвижущейся? Допустим, у нас есть какой-то вечный двигатель, который постоянно движется по своей природе. И от него, от этого, от этой первой причины, которая всегда движется, соответственно, все остальные движения начинаются. Ну, просто в рамках философии того же Аристотеля и Фома Аквинского, например, да, они выводы так и производят буквально, да, то есть у нас есть причина движения, и это все так доходит и доходит до чего-то неподвижного. Это неподвижное называется либо перводвигатель, либо Бог, соответственно, да. Но а с чего мы взяли, что это так? Потому что даже Аристотель, в принципе, ну, как бы... забил на то, чтобы, например, рассматривать самодвижущиеся объекты, ну, как, например, у Демокрита атомы. Они у него самодвижущиеся, например, да? Вот с чего Аристотель взял, что нету ничего самодвижущегося? Просто Аристотель действительно так и рассуждает. Либо мы уходим в бесконечность, либо мы уходим в бесконечность, либо у нас неподвижный объект. Ладно, плевать на бесконечность тоже. Почему бы нам не уйти в бесконечность? В причинах тоже такой интересный подход. Why not? Но и с другой стороны, что самое важное, а почему бы нам не сказать, что причиной всех движений является самодвижущийся объект, например. Например, вечно движущийся, не знаю, квант, допустим. То есть у квантов, допустим, есть свойство постоянного самодвижения. Допустим, неважно, есть или нет, просто допустим. Все, в принципе. Аристотель уничтожен, не уничтожен, но альтернатива уже появляется. А нам тут говорят, короче, первопричина, она должна быть неподвижна.
Уважаемые, вы живете до нашей эры, да, вот буквально, да, 4 век до нашей эры, вы сейчас вот такими аргументами располагаете, к сожалению. При том, что до Аристотеля уже были примеры попыток вот этих всяких самодвижущихся вещей. Аристотель называл ее перводвигателем. Понятие движения мы брали в самом широком смысле. Значит, и отсутствие движения мы понимаем в предельном смысле. Если нечто не движется ни в каком смысле, значит, оно не перемещается, не изменяется, не возникает и не уничтожается. Это то... Да, только тут опять же нюанс возникает в том, что мы можем, блин, здесь вообще все что угодно поставить как причину движения. Почему именно неподвижный, не перемещающийся, не возникающий, не уничтожающийся перводвигатель? А вдруг он уничтожается? Ну, допустим, перводвигатель уничтожается, и за ним потом впоследствии уничтожается весь мир. Допустим, почему бы и нет? А может быть, он возникает? Может, кто-то создал неподвижный перводвигатель? Почему он вдруг не возникает? Почему вдруг не возникает? С чего вообще это взято? Просто по приколу, короче, опять. Опять философия по приколу берет разные тезисы. Не, я уверен, не, я даже помню, что там есть попытки объяснить, но они все такие нелепые, опять же, да, то есть попытки философов чаще всего что-то продвинуть, я сам философ, как бы, да, я по опыту говорю, чаще всего строятся на вот таких вот абсолютно странных вещах, которые являются принципиально спорными, к сожалению, да, то есть да, все попытки... защитить эти абстрактные концепты, типа концептов там Аристотеля, не Аристотеля, ну, они ни на чем не строятся. Так же, кстати, как и в науке, да, основные положения науки базовые, как и философии, они тоже ни на чем не строятся, это просто предпосылки, предположения, которые висят просто в воздухе ни на чем, воздушные замки, да, своеобразные, вот. Например, утверждение о том, что законы природы везде, во всей вселенной работают одинаково, и во времени всегда работали одинаково, и никогда ничего не происходило такого, чтобы могло их так или иначе, в общем-то, ну, вы поняли, да, изменить. В общем, как-то так. То, что пребывает вечно. Таким образом, у нас есть движимая и есть неподвижная причина движения. Они образуют противоположность. Если они противоположны, то либо... Если они противоположны, то либо... То есть здесь какие-то вот эти логические операции, но они все настолько лажовые. Они никак не взаимодействуют друг с другом, либо взаимодействуют. Если не взаимодействуют, то тогда причина не является причиной, а движимое не является движимым. Да. А это противоречит исходному условию. Стало быть, причина как-то причастна движимому, а движимое причастно причине. Так обнаруживается третья категория, в которой эти противоположности... А тут диалектика опять, видите? Вот тут диалектика, ребят, диалектика неожиданно. То есть логика-то... Вот мы сейчас будем пользоваться фактами и логикой, только вместо фактов у нас кружочки, а вместо логики диалектика, чтобы вы понимали. Тут как-то вот так вот все это работает. Вот так вот и функционирует. Положности объединяются. Это третье объединяет в себе свойства обеих сторон. Оно и... Диалектика, наука, ребят, наука. Является причиной и является движимым. Так в общих чертах обнаруживается то, что в античной философии обозначается категориями ума, души и тела. Ум, душа, тело. Окей, допустим, может быть, можно попробовать это объяснить таким образом. Ум типа неподвижен, вечен, душа что-то среднее, а тело это движимое чисто. Ну, допустим, что это можно попробовать так объяснить, эти именно конкретно слова. Ум – это неподвижная, то есть вечная и неизменная причина физической активности. И не только физической, но и душевной активности. Тело – это то, что движимо. Душа – это то среднее, что их объединяет. Она и движет тело, и сама движима умом. Обратите внимание, что сразу наглядно видны две так называемые части души – разумная и неразумная. Разумная часть обращена к уму, неразумная, то есть чувственная, обращена к телу. Так образуется общая структура всего сущего, всех существующих вещей. Эта общая структура воплощается и во всем космосе в целом, и в его разных частях, в различных вариациях и степенях. Соответственно, во Вселенной мы обнаруживаем неживые тела, которые движутся только под внешним воздействием, затем одушевленные, но не разумные предметы, растения и простейшие животные,
и на самой верхней ступени живой природы – одушевленные и разумные существа. Как видим, разумная душа – вершина природы. То есть душа человека непосредственно взлетели на вершину природы. Она соприкасается с помощью диалектики. С вечным умом. Вопрос. Теперь вопрос к диалектикам, ребят. Как такое может произойти, что синтез возникает до тезиса и антитезиса? Вопрос на 10 секунд, да, там на размышление полчаса, короче, ребят, подумайте. То есть логика Гегеля, а он ее применяет, заключается в том, что у нас тезис, антитезис, синтез. Ну или тезис, отрицание тезиса и отрицание отрицания. То есть 1, 2, 3. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Буквально, да, последовательно. То есть сначала возникает тело, потом ум, а потом душа. Ну или наоборот, сначала возникает ум, потом тело и потом душа получается, да? Вот. Но вот в его схеме, которую он сейчас обозначил, давайте немножко назад повернем. Смотрите, у нас появляются сначала неживые тела, потом растения и только потом разумные создания. Да, то есть смотрите. Смотрите, логика-то диалектическая нарушена. Логика-то диалектическая здесь нарушена. То есть, смотрите, должны сначала появиться неживые тела, потом люди, а потом животные и растения, видимо, по логике. Если они как-то соответствуют в данном случае вот всем этим процессам, с одной стороны. Или с другой стороны, также важно заметить, да, что... ну, либо наоборот, либо сначала появляются разумные существа, потом неживые тела, и потом растения и животные, опять же, в конце. Потому что диалектика, ребят, диалектика – это исторический принцип. И там последовательность явно выявляется. То есть, да, там именно что это диалектическая логика Гегеля, это логика процессуальная, это логика действия получается, да. И действие идет последовательно. Тезис, антитезис, синтез. Не знаю, белое, черное, серое, там Цитанта вчера объяснял. Либо, не знаю, материя, дух. Ух, середина, да, оно идет исторически, вот так вот разворачивается, раскрывается вперед. Более того, берем опять же схему, космический ум, начинается все с космического ума, но противоположность космическому уму что? Материя. И проблема заключается в том, что в таком случае мировая душа должна появиться после космического ума и после материи, если у нас диалектика. Понимаете, в чем дело? То есть он в диалектике обосрался. Он обосрался, блядь, в диалектике. Я упрекаю гегелианца за то, что он обосрался в диалектике. Вы понимаете, в чем фишка-то? И давайте возьмем вообще-то схему неоплатоников, у которых были и ум, и мировая душа, и вообще-то единая выше, да, у них это эманация назывались. То есть у них последовательно идет, эманирует все из мировой, из этого, как там, из единого, в космический ум, потом мировая душа и потом материя. Материя в конце оказывается здесь, да. Но в диалектической схеме это невозможно в такой именно последовательности, потому что сначала должен быть космический ум, потом материя и только потом мировая душа. Душа, потому что она есть совмещение неразумной и разумной части. То есть, ну вот как бы мы по диалектической логике-то здесь обошли товарища скрытого смысла, неожиданно. Живой природы, одушевленные и разумные существа. Как видим, разумная душа, то есть душа человека, непосредственно соприкасается с вечным умом, или, как говорили античные философы, имеет в себе вечную часть. Поэтому душа человека в своей основе бессмертна. Однако ее судьба после смерти тела зависит от того, в какую сторону она направлялась в течение жизни. Стремилась ли она к познанию вечных предметов, или же увлекалась... Душа, Семен, он сказал, это нечто промежуточное между телом и, соответственно, умом мировым. Вот что он вам сказал буквально. Низшими чувственными впечатлениями. Кроме того, для классического... Закажете Лидина? Русского миропонимания было естественно признавать и существование иерархии умов, первоначал, которые являются началом существования, то есть возникновения и становления всего существующего в природе. В античности под такими первопринципами понимались языческие боги, в христианском средневековье – ангелы. Я обнаружил, что современным людям довольно трудно понять идею самодвижности, хотя вроде бы она совершенно ясна. Они тут же начинают задавать вопросы типа «А автомобиль тоже живой, ведь он движется сам?» Хотя кажется, что автомобиль движется сам, тем не менее, первоначальная причина его движения, то есть человек,
находится вне его. Автомобиль, чтобы начать двигаться, должен быть кем-то собран. Не, с автомобилем все понятно. Просто проблема здесь заключается в том, что какая-нибудь естественная наука, да, типа биологии, будет вам рассказывать о том же самом, что человек как автомобиль в данном случае получается тоже кем-то собран. Кстати, и человек в данном случае даже в религиозных всяких текстах, материалах, он тоже кое-кем собран. Это кое-кто бог, как бы. Ну ладно. И кем-то запущен. А значит, он не содержит в себе первопричину своего движения. Напротив, живой организм собирает сам себя. Каждая его часть служит целому, и каждая его часть самодвижна. Возможно, сложности понимания самодвижности кроются в терминологии. Наши современники под движением понимают исключительно материально наполненное движение, то есть перемещение в пространстве. Что ж, классическую аристотелевскую аргументацию можно и адаптировать под современные реалии. Да не... Да, господи, это была не аристотелевская аргументация, это была какая-то диалектика кривая. Заменив слово «движение» словом «активность». Соответственно, живое – это то, что является субъектом активности. То, что содержит причину активности в самом себе. Однако при такой формулировке не обойтись без понятия цели или целевой причины. Потому что жизнь – это целенаправленная активность. Цель жизни состоит в поддержании самой себя как субъекта, то есть она направлена на себя же, как на источник. Поэтому неоплатоники говорили о том, что душа движется по направлению к уму. Один из подписчиков высказал такое соображение. Человек движется благодаря пище, потребляемой извне. Если он не будет есть, то его движение прекратится, хоть и не сразу. Соответственно, он движется не только сам по себе, но и получает нечто из внешнего мира. Разумеется, живое существо должно получать что-то и из внешнего мира. Но для чего? Для поддержания существования своего тела. Ведь душа – это то, что оживляет тело. Это причина движения именно тела. Поэтому не человек движется благодаря пище, а само потребление пищи – это один из видов движения, активности. А первопричина этой активности уже не является телом. Хитрец. Если вам что-то непонятно по данной теме, вы можете задавать вопросы на сайте Boosty.to, став спонсором второго уровня. Если какой-то... Интересно, сколько же стоит стать спонсором второго уровня? Ну, 200 рублей в месяц. Доступ к дополнительным материалам. Доступ к дополнительным материалам. Ваше имя в титрах. Комментирование роликов по философии. Все преимущества предыдущих уровней. И просто 2000 все преимущества предыдущих уровней. А, ну, просто здесь возможность донатить побольше. Понял. Ну, нормально. У меня тоже так же, на самом деле. 423 подписчика, кстати, сильно. Слушайте, круто. Очень-очень-очень круто, на самом деле. Мне бы столько народа на бусте. Я бы никогда не вернулся на стримы. Ладно, вернулся бы. Это вопрос потребует дополнительного подробного разъяснения. Друзья, кстати, да, подписывайтесь на мой бусти, на мой бусти канал. Подписывайтесь, что там 10 рублей в месяц вам платить, наверное, не жалко. А мне копеечка, как говорится. Там, не знаю, подписывайтесь на любой уровень. Соответственно, что вам эти 10, 20, 30, 50 рублей. Вот. Так что, в общем, рекомендую подписаться на мой Boosty. Кто не подписался, тот лох. У меня 36 всего здесь подписотников. Соответственно, вот Boosty Apathetic God я вам сейчас скидываю в чат. Подписывайтесь. Каждый месяц башляйте хотя бы мелочишку какую-нибудь Александру Шадову. Вот, по 10 рублей можно подписаться, по 50 можно подписаться, по соточке можно подписаться, по 200 можно подписаться, по 500 можно подписаться, по 1000 можно подписаться. Вот, можно по 5000 подписаться в месяц, можно по 10000 в месяц подписаться, можно по 50000, можно по 100000 в месяц. И у вас будет ранг от этого расти, это либо бог шедовизма, либо серафим, либо херувим, либо патриарх и матриарх, либо октокардинал, либо октоепископ, либо октосвященник, либо раб осьминожий, либо маленький осьминожик, либо кальмарчик. Вот. Подписывайтесь на наш Boosty тоже. Хотелось бы, чтобы куча народа было. Мы здесь фильмы смотрим. Здесь, кстати, фильмы. Здесь эти фильмы можно с нами смотреть. Они здесь сохраняются в хорошем качестве, соответственно. И здесь смотрим тот контент, в том числе, который мы не смотрим на других каналах. Ну смотрим мы, конечно. Не-не, я буду делать для этого специальное видео.
Благодарю всех, кто поддерживает канал.